Около месяца назад в поселке Томилино прошел День соседа. Там молодые ребята обратились с просьбой восстановить скейт-площадку на улице Пионерской. Как прошли восстановительные работы, узнала наша съемочная группа. Эта площадка в поселке Томилино всегда пользовалась спросом у молодежи. Скейт-парк был построен давно и за время использования пришел в негодность. Просьбы молодого поколения о восстановлении площадки были услышаны. Спасибо большое администрации за то, что поменяли асфальт и сделали новые листы. Соглашусь с Матвеем, поменяли асфальт, это очень хорошо. То, что теперь никто не будет падать на трещинах. Так что все хорошо. Заменили асфальтобетонное покрытие, сделали новое освещение, обновили спортивные элементы. А также обустроили новые тротуары взамен деревянных и установили лавочки. Ребята оценили эту площадку, она стала еще более популярной. Также огромный запрос наших молодых спортсменов на то, чтобы такие площадки появлялись по всему городу. Абсолютно точно, что на следующий год мы будем также строить еще дополнительно скейт-площадки в тех местах, которые выберут сами ребята-молодежь. От ребят прозвучало предложение в дальнейшем устраивать соревнования на скейт-площадке. При будущих постройках планируют учитывать все пожелания и просьбы молодых спортсменов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.